Хакимият Самаркандской области организовал специальную благотворительную акцию в Нукусском районе Каракалпакстана. В ее рамках нуждающимся передали продукты питания, одежду. 100 детей из малообеспеченных семей стали обладателями сертификатов на отдых в оздоровительном лагере. Позаботились и об окружающей среде, высадили декоративные и фруктовые деревья. Первая благотворительная акция прошла в штабе Самаркандской областной администрации в Нукусском районе. На встрече с жителями района было отмечено, что ценности нашего народа укрепляются в новом контексте. И тот факт, что по инициативе главы государства каждый район Республики Каракалпакстан закреплен за одним из регионов Узбекистана, является практическим примером жизненно важных реформ, обеспечивающих благополучие народа. В ходе мероприятия Самаркандский областной совет профсоюза вручил сертификаты 100 детям из малообеспеченных семей Нукусского района на отдых в оздоровительном лагере Чорчинор Ургутского района. Также планируется экскурсия 100 молодых людей по архитектурным памятникам и живописным местам Самарканда. Мы хотим, чтобы жители Самаркандской области и Нукусского района были тесно связаны друг с другом, укрепили дружественные связи. Сегодня мы становимся свидетелями того, как Самаркандская область протягивает руку помощи гражданам Нукусского района. Дом Саховат в Нукусском районе. Очередным адресом самаркандской делегации для проведения следующей благотворительной акции стала именно эта локация. Здесь был организован праздничный ужин и переданы в распоряжение дома Саховат стиральные машины, продукты питания и одежда. В этот же день 400 жителей Нукусского района, состоящих на учете в железной, молодежной и женской тетрадях, были обеспечены газовыми и электрическими плитами. Гражданам из 10 махалей Нукусского района, нуждающимся в социальной защите, вручены пакеты с продуктами питания. В ходе благотворительной акции также было организовано живое общение с молодежью Нукуса. Выслушаны проблемы и предложения представителей подрастающего поколения. Лидерам молодежи в махалях вручены комплекты спортивного инвентаря в целях популяризации спорта на местах, а мобильные библиотеки района обеспечены художественной литературой в количестве 1000 штук. Для нас создали уникальный сад. Жителям района уделили огромное внимание. Нам вручили книги. Особенно радует то, что в скором времени мы поедем в Самарканд и будем отдыхать в оздоровительном лагере. Проводимая по инициативе главы государства в этом направлении работа является подтверждением того, что в нашей стране честь и достоинство человека, его интересы превыше всего.